Слушайте, вы не финансист, выражайтесь проще. Зачем банку покупать у Кальвини системы наведения ракет? Я не могу понять. Не нужно открывать окно. Расслабьтесь. Расслабляться не в моих правилах. Вы сами к нам обратились. Хотели выпутаться, и я предлагаю вам выход. Мы с вами знакомы 30 минут. Хотите, чтобы я вот так сразу все перечеркнул? Верил вам свою жизнь. Вам нужно время, чтобы все обдумать. Хорошо. Давайте еще раз встретимся. И привезите с собой бумаги. Да. А теперь уходите. Клиент. Он их всех нам на блюдечке принесет. Сказал, что банк закупает системы ракетного наведения на 200 миллионов. Зачем они банк? А я знаю. Еще раз встретитесь? Да, да. В следующий раз он все документы покажет. Да. Ну, еще познакомлю. Спасибо. Помутнения или двоения в глазах нет? Нет. Вижу четко. Следите за фонариком. Тут написано, что вы жаловались на шум в ушах. Да. Давайте оставим вас на сутки, понаблюдаем. Да нет, ни к чему. Где мой коллега? Томас Шумер. Вы уверены, что сердце? Острый инфаркт миокарда. Да. Фонарик, позвольте. Что вы делаете? Помогите его перевернуть. Знаете, у нас нельзя. Лучше помогите. Нужно позвонить в полицию и затребовать немедленное вскрытие. Зачем? Затем, что он умер не своей смертью.